Великая Отечественная война победоносно завершилась. Вечная слава героям! Война — это очень серьезное мероприятие. Там погибают очень много людей, это очень опасно. Там взрываются бомбы, заряжаются пушки, стреляют танки. Ну, особенно мне нравятся самолеты. Они стреляют ракетами и все такое. Хочу никого расстраивать с этой войной. Мне не нравится война, потому что там ссорятся президенты, а умирают нормальные люди. Мой прадедушка Андрей Полковников был в русской армии. Он погиб в городе Новороссийске, и в городе Новороссийске стоит памятник всех погибших солдатов. Поздравляю с Днем Победы! Ура! Вот такая книжка моего прадедушки. Его звали Григорий Мазанов. Он прошел всю войну. Это архив нашей семьи. Когда мне бабушка показала эту книжку, у меня мурашки были по коже. Этой книжки цены нет. Записывал военные песни. Она 45-го года. На границе тучи ходят хмуро, край суровой тишиной объят. Всех с праздником! Сегодня 9 мая 2018 года. Всех поздравляю! У высоких берегов Амура часовые родины стоят. Там врагу заслон поставлен прочный, там стоит отважный силен. Сегодня приехали издалека, из города Орла, для того, чтобы почтить память моего дяди. Могилу моего родного брата. Александр, Полосков фамилия, из города Харькова. Был в возрасте 16 лет угнан из работы в Германии. И вот здесь закончил свой жизненный путь, не дожив до Дня Победы около месяца. Мы долго разыскивали, не могли, знали, что погиб, ну где, как, что. Он теперь не брошенный, он теперь не одинокий. Большое спасибо Ирине, которая все это организовывает из года в год. Я полковник в запасе уже. С праздником Победы всех! Всех поздравляю с Днем Победы. Это очень великий, очень грустный праздник. Я сегодня весь день плачу. Мы приехали из Москвы специально на могилу моего прадедушки. Мы 60 лет семья думала, что он пропал без вести под Сталинградом.
И вот всего лишь 4 года назад мы обнаружили, что он похоронен здесь, в Нюрнберге. Он написал письма с фронта. Писал о том, как он вернется и пойдут на рыбалку за грибами. И эти письма хранятся в нашей семье. Вот так оживают могилы, и каждый раз 9 мая праздник. Веселый праздник, и тем не менее со слезами на глазах приехала правнучка Михаила Постновой. Живая для нас могила. Уже много мест, куда мы приезжаем 8 мая. Отдельно возлагаем цветы, посылаем фотографию родственникам, чтобы им было спокойно, что мы про них помним, что мы помянули их родных. Так интересно, что уже прапрадедушка, вот праправнуки приехали посмотреть и посетить эту могилу из Москвы.